Хотя, если вы еще не стали на программу лояльности, почему же на нее нужно стать? Супер, кто уже дошел хотя бы до 15%, уже говорит, вау, я могу взять себе абсолютно бесплатно тот продукт, который вот я бы хотел, но пока не брал. Или покопить, да, и взять через какое-то время, допустим, драгоценное масло розы, которое стоит около 300 евро в Европе. Так что же такое программа лояльного клиента? Смотрите, от 10 до 30% в течение первого года. Давайте сейчас будем сравнивать с другой компанией, про которую мы сегодня уже говорили. Так вот, я знаю, что это я не исследовала, мне об этом рассказали, что компания Young Living приходит к 30% только через 2 года. То есть на каждые вложенные $100 продукт, который мы все равно покупаем, или в этом магазине, или в другом магазине, но здесь мы уже понимаем, что мы покупаем, мы платим за качество, и мы уверены в качестве и безопасности своего дома. На каждые 100 потраченных долларов на себя любимых, на свою семью, нам возвращается от 10 до 30% в течение первого года, если мы делаем заказ хотя бы на 50 клиентов. Если же у вас какой-то месяц не получается делать заказ на 50, делайте меньше. Ваш процент не вырастет, и проценты вам не начислят. Проценты начисляют на бесплатный продукт. И опять же, в сравнении с компанией, я знаю, что у них есть список тех продуктов, которые вы можете выбрать. В компании doTERRA можно практически все. Нельзя special offers выбрать в виде, так, вот это у меня мышка моя бежала, в виде бесплатного продукта. Обожаю эту программу. Сегодня делала заказ один из, вот, и взяла себе бесплатно женский комплекс с витаминами, с хлорикалом и с кальцием, с нашим отличным. Ну вот еще раз то же самое, здесь уже с правилами. Если кто-то немножко правила не знает, можно прочитать. И что очень, что, ну, легко делать эти заказы, потому что в этом магазине есть все. Есть все, что нужно семье. И шампуни, и ароматерапия, которая начинается уже с момента мытья рук, да, вот, разные масла, которые мы используем, и когда спрашивают, а как долго можно хранить масло лимона? Ребята, мы его не храним, мы живем, мы хотим быть здоровыми, энергичными, зачем нам его хранить, чтобы оно окислилось, и мы бы его выбросили, что за проверки? Вот используйте и дарите своим знакомым те самые 14 капель. Это, по-моему, так ценно. Вот. То есть это, опять же, повторение того, что я уже говорила, личная консультация. Все ли умеют делать личные консультации для своих новеньких? Это очень важный момент, чтобы новенький очень быстро разобрался в качестве продукта и то, что нужно именно ему. Про обучающие курсы по продукции я тоже говорила. Справочная литература есть на сайте doterra.com.ru. На русском языке что-то можно найти. Чаты, я уверена, что в каждой команде есть чаты, вопросы, ответы, поддержка новеньких или новеньких, деление опытом. И вот в результате программа до 30% нам возвращает до 55%. Почему? Потому что как только мы регистрируемся, мы продукт получаем с 25% скидкой. И вместе с той программой лояльного клиента у нас получается до 55%.